Продолжаем. Казахстан и Япония будут наращивать сотрудничество в сфере космических технологий. Об этом сегодня стало известно в ходе международного бизнес-форума. Внушительная делегация из страны восходящего солнца, в составе которой представители правительства, деловых кругов, прибыла в Астану в поисках новых возможностей для совместных проектов. Все подробности знает Рауан Колыбаев. Расширение пула потенциальных партнеров. Такую цель ставят перед собой госорганы и предприниматели Казахстана и Японии. В работе бизнес-форума участвует свыше 200 человек. Каждый настроен на деловой лад. И спектр вопросов сотрудничества расширяется ежегодно. От энергетики до легкой промышленности. У них требования как к своим производителям очень высокие, также и требования, выставляемые к импортируемой продукции. Мы так предполагаем, что во всех аспектах, во всех отраслях промышленности очень высокого качества. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы посмотреть именно какие подходы государственного управления принимаются, предпринимаются, предлагаются именно к импортируемой продукции. Космическая сфера также одна из точек соприкосновения. Казахстанская сторона заинтересована в японских технологиях по обработке радарных космических снимков. Через радиоимпульсы можно мониторить состояние не только Земли, но и водоемов, и днем, и ночью, и даже сквозь плотную облачность. Нужно изменить отношение к потреблению воды. И одна из работ, используемых при космических технологиях, это сколько, на какой район было потрачено воды. Это еще учитывая испарение, использование сделанной биомассой, водопотребление и много других факторов. Представители японской делегации также возлагают большие надежды на сотрудничество в сфере зеленой трансформации. На казахстанских НПЗ используются японские технологии для повышения эффективности и энергосбережения. Японские компании имеют большой опыт, и они внедряют новые технологии для консолидации энергосбережения. В прошлом году мы подписали меморандум о сотрудничестве по совместному механизму кредитования между правительствами двух стран для усиления сотрудничества в области борьбы с изменением климата. Основными экспортными товарами из Казахстана в Японию являются ферросплавы, тантал и алюминий. Основные импортируемые товары из Японии в нашу страну – это легковые автомобили, строительная техника, грузовой транспорт, автошины и медицинское оборудование. В прошлом году в Токио при проведении делового форума были подписаны соглашения, которые направлены на углубление взаимовыгодного сотрудничества. Был контракт по поставке целлюлозы, казахстанской целлюлозы, в Японию. Сейчас в этом направлении две стороны работают. На сегодняшний день мы сейчас все эти соглашения мониторим совместно с государственными органами, чтобы реально довести эти соглашения до экспортно-импортных операций. Сегодня были подписаны еще 4 меморандума в экономической сфере. Предприниматели Казахстана и Японии называют такие бизнес-форумы уникальной площадкой для обмена опытом и дальнейшего развития двусторонних отношений. Рауан Колыбаев, Аманжол Байгазин, телеканал Хабар.